Доброе время, уважаемые партнеры! С вами президент Академии «Успех вместе». Если меня слышно прекрасно, напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. Прямой репортаж идет с Байкала. Привет, привет, ребята! Настроение сегодня отличное, потому что сегодня у нас рекордный день. Рекордный день по товарообороту, по рангам, по доходам. Сегодня отличная новость, что пройдет важный тренинг для каждого из нас. Конечно, количество стран в прямом эфире поражает. Россия, Казахстан, Молдова, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Кыргызстан, Турция, Болгария, Германия, Америка, Англия, Греция, Украина, Беларусь, Казахстан, Россия в большом количестве, Израиль, Греция, Испания и другие регионы мира. Круто, круто. Напомню, что сегодня лето. 13 июня и среда. Это тот день, когда на практике самые великие команды, самые великие бизнесмены в принципе, множество раз они старались и пытались собрать вот такое количество людей в прямом эфире, и у них это не получалось. В разных командах, в разных компаниях. Но я вижу, что наша команда отличается, наши лидеры отличаются, наша идея, система обучения отличается, и вы со мной согласны. Посмотрите, что происходит. Мне, как наставнику, как тренеру, как президенту Академии, сегодня приятно видеть, что у нас идет рост летом. Как вы все прекрасно знаете, многие из вас об этом знают, что являюсь сертифицированным тренером от Брайана Трейси. И мой наставник говорит: Андрей, красивые слова ничего не значат. Сегодня существует множество методов обучения, существуют инфобизнесмены, разные тренера, существуют разные компании. И он говорит, самое главное – это не красивые слова, самое главное – это цифры. Простыми словами, это результат ваших действий. Можно говорить красиво, что у вас лучший продукт, лучшая компания, лучший бизнес-план, что у вас лучшие наставники, лучшие тренера, что вы лучше всех создаете ролики, лучше всех разбираетесь, как общаться в интернете, на земле, как вести переговоры, делать трехсторонние разговоры. Ребята, это все не работает. Все вот эти красивые слова, если нет цифр, если нет аргументов. Кто меня сейчас понял? Вы знаете, я против своего наставника никогда не пойду против, потому что я благодарен своим наставникам в разных направлениях, потому что они меня научили мыслить нестандартно и быть послушным. Вот это послушание приводит к чему? Послушание приводит к большим победам. И это самое важное, что может быть. Почему на сегодняшний день лично я доверяю своему наставнику? Первое. Его слова соответствуют действительности. Это человек, который написал более 30 книг бестселлеров. Это человек, который делает за 2 года товарооборот более 1 миллиарда. Это человек, который собирает полные залы в разных городах мира. Он обучает Microsoft, IBM. Почему я доверяю его тренингам, его роликам, его рекомендациям? Да потому что за этим есть результат. Результат его последователей, результат его учеников. Понимаете, друзья? И вы знаете прекрасно, что сегодня мы с Брайаном Трейси совместно проводим тренинги для Microsoft, для IBM, для Сбербанка. У нас есть целая программа, как достигать высот. В свое время
Вот этот сертификат лично вручал мне мой наставник. Я у него обучаюсь более 12 лет. Но Брайан Трейси — это не единственный наставник. Если Брайан Трейси у меня в данном случае и у вас, надеюсь, наставник в области обучения, в области переговоров, в области постановки целей, то также есть и духовный наставник, наставник по финансам, по психологии, наставник по интернет-бизнесу, наставник по сетевой индустрии. Почему? Потому что у каждого человека есть чему учиться, кто со мной согласен. Так вот, есть четкое понятие. Человек, который живет в знаниях, это счастливый человек. Человек, который говорит: я все знаю, я все умею, ходите только ко мне на тренинги, ходите ко мне только на презентации, слушайте только мои ролики. Ни в коем случае не там находитесь только вот в моем чате. Никогда не приходите в Академию Успех Вместе или в компанию BEP. А занимайтесь только, например, продажей там Дирола, Кока-Колы или еще каких-либо продуктов. Это неправильная трактовка, понимаете? Это не есть истина. Мы четко должны понимать, что сегодня мир изменился. Мир не стоит на месте. Мы идем сегодня совершенно другими темпами. Жизнь меняется, все ускоряется. Если раньше, например, в классическом бизнесе, в сетевом бизнесе, в интернете можно было зарабатывать, например, одну сумму денег, то в связи с новыми технологиями, с новыми возможностями можно зарабатывать и делать ранги гораздо быстрее. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Речь идет о том, что сегодня, понимаете, старые знания, они, ну скажем так, морально устарели. Мы живем в современном мире. Этот мир очень быстрый, динамичный, бывает даже жесткий, но добро побеждает зло. Несмотря на то, что сегодня существуют разные течения, доброта все равно побеждает. Настоящий лидер, настоящий наставник, настоящая команда, настоящая система должна быть носителем добра. Где есть общие идеи объединения людей и изменения жизни человека на планете Земля. В первую очередь в команде, вот у нас в команде «Успех вместе», мы ставим цель помочь другому человеку. Мы являемся носителем добра. То есть наша цель – помочь другим людям достигнуть большего в этой жизни. Теперь давайте поговорим о наших достижениях. Я хочу сегодня сэкономить ваше время, сэкономить ваши деньги, сэкономить ваше здоровье. Вы хотели бы сэкономить ваше время несколько лет? Продлить вашу жизнь? Вы хотели бы сэкономить ваши деньги? Приумножить ваши возможности? Не учиться у дилетантов? Не просматривать ролики некорректных лидеров, инфобизнесменов? Люди, которые сегодня не имеют результата в нашей индустрии. Зачем тратить время туда, где на сегодняшний день нет больших побед, нет больших достижений? Ну, наверное, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, опять же, мой наставник сказал, повторю его слова, мне не стыдно говорить, что наставник так сказал, а не я это сказал. Я даже горжусь тем, что мой наставник так сказал. Мой наставник сказал очень важную вещь. Если хочешь быть миллионером, учись у миллионера. Если хочешь быть успешным в той индустрии, в которой ты развиваешься, если вы берете Академию Успех Вместе, если вы берете B-Epic, LF8, Acceler, то как вы думаете, у кого бы наставник мой порекомендовал бы вам учиться? Да у топ-лидеров Академии Успех Вместе. У тех людей, у кого самые большие чеки. У тех людей, про которых говорят в Академии. Те люди, которые постоянно находятся в турне по городам, находятся на спецтренингах. Почему? Потому что эти люди имеют
большие достижения, больше товарооборот, больше доход. Так вот, я вам дал очередную подсказку. Не надо лазить по Ютубу, по Инстаграму, по соцсетям. Не надо сидеть в чатах и просматривать ролики множества людей. Следите за самыми сильными, за самыми лучшими, которых рекомендует система «Успех вместе». Если вот здесь, в этом телевизоре, произносится фамилия, например, что Николай Турышев правильный системный ученик, следовательно, ушки на макушке и начинаете смотреть, что этот человек делает. Значит, этот человек что-то делает другое, не как все. Хорошая рекомендация? Это хороший совет, скажите мне. То есть идея заключается в том, если я не говорю, что Иванов, Серега, крутой чувак, не тратьте время на изучение знаний, как правильно делать бизнес на земле или в интернете, или как вести переговоры. Не тратьте время сегодня на разные курсы в интернете, на книги дилетантов. Не покупайте книги дилетантов в библиотеке, теоретиков. То есть, еще мой наставник сказал, если ты хочешь быть успешным в той индустрии, где ты находишься, к примеру, шоу-бизнес, будь среди Аллы Пугачевой. Алла Пугачева умеет поднимать людей. Она подняла Галкина, одна подняла Киркорова. Идея понятна? Там есть передачи определенные по телевизору. Так секрет успеха заключается в том, что необходимо оказаться в телевизоре. На сцене, в роликах с наставником, так и запишите. На тренингах с наставником, с лидерами, общие фотографии, общие поездки, общий отдых. И тогда вам будут доверять. Тогда вам поверят, потому что люди увидят вас среди успешных людей. Кому эта идея понятна? То есть идея заключается в том, что Алла Пугачева в свое время, в разное время с разными подходами, очень грамотно, скажем, промотировала, продвигала Филиппа Киркорова. Безусловно, талантливый человек, но послушный и системный. Потом она продвигала Галкина. Безусловно, гений, но она его продвигала. Если вы заметите, последнее время на телеканалах опять показывают их, потому что они в ее кругу. То есть Примадонна их продвигает на Новый год, на все праздники. Идея всем понятна? То есть если ты хочешь быть успешным, тебе необходимо быть на всех презентациях, которые проходят в твоих городах, тренингах, перемещаться в другие города. Понимаете? Для чего? Чтобы засветиться, чтобы стать частью команды, чтобы стать, понимаете, символом. Естественно, наставник не будет продвигать человека, который находится в другой команде. Вот наша команда «Успех вместе». Она самая большая команда в мире, у которой самые большие результаты. Но существует множество людей, у которых есть собственное эго. Это нормально, когда у человека есть собственное эго. У которого есть собственная корона, и разные девушки, студенты, монтеры, слесаря, бизнесмены с этой короной начинают создавать, скажем так, определенную коалицию. Ну там желтые, оранжевые, слышали, такие революции бывают? Ну или простыми словами, они хотят быть большими, но у них это не получается. То есть вырабатывается определенная стратегия. Так вот, если, друзья, люди не понимают, что лучше сегодня быть частью большого бренда, то вы вместе с ними утонете в этом болоте. Мой наставник меня научил, значит, убирать эго и присоединяться к сильнейшему в индустрии. Закрывать рот и быть послушным и слушать этого человека. Простыми словами, подносить снаряды и копировать черты этого человека, поступки, его мышление. Стараться проводить время с этим человеком в ресторане, в кафе, на тренировке, на море, чтобы быть похожим на него и лучше. И эти рекомендации каждый день лично я применяю в жизни, и они мне помогают.
То есть, если вы создаете команду жарков, команду там взлетим в небеса, и вас там находится, ну, на трансляции в Ютубе или в Скайпе, или в какой-то секретной комнате 10 человек, 20 человек, 30 человек, 50 человек. Вы представляете, насколько это смотрится некорректно по отношению, когда вы соединяете свои отношения с сильнейшей командой, с сильнейшими лидерами в индустрии интернет-бизнеса, сетевого бизнеса. Вот представьте, вы приходите в Казахстане там, или в Европе, или в России, в город, где там условно команда одуванчики. И они говорят, мы великие, мы крутые, мы порвем мир. И что происходит? Вы попадаете в слабую команду, и вы становитесь слабым игроком против сильных игроков на рынке. Вы уже в минусе, вы уже автоматом проигрываете. Поэтому, когда вы приходите вот в такой зал, и вы становитесь частью вот такого зала, какие ассоциации появляются у вас и у ваших людей? Опять же, подсказка. Какие ассоциации появляются у тех людей, кто вместе с вами приходит в этот зал, кто видит эти фотографии из ваши фотографии в этих залах? Какие ассоциации, друзья? То есть мысль заключается в том, что чем больше команда, тем возможность влияния этой команды становится больше. Поэтому мы должны четко осознавать, что сегодня победителем будет тот, кто умеет договариваться и выстраивать отношения с сильнейшими. То есть нужно уметь человеку, который приходит в индустрию B-Epic, в индустрию интернет-бизнеса, либо сетевого бизнеса, необходимо стать частью какого-то большого успеха. То есть мне наставник дал рекомендацию: ты стань командным игроком. То есть тебе необходимо, запишите, стать командным игроком. И теперь, вот когда ты начинаешь делать дело, то у тебя появляются в мышлении вот такие мысли. Какие у тебя мысли появляются? Ты начинаешь мыслить вот таким образом. Как бы здорово, чтобы за мной пошли люди. У вас были такие мысли? Как бы здорово, чтобы за мной пошел Петя, Вася и другие люди. Как вот идут за Турышевым, Мустафаевой, Газезовой или Андреевой, или Вовк. То есть мысль-то какая заключается? Мы хотим похоже быть на Вельс, да? И мы вот хотим, хотите, вам главный секрет раскрою? Так вот, люди-то идут за сильными людьми. И основная идея — не осуждать никого, не оправдывать никого, не тратить время на какие-то моменты. Самое главное — самому стать отличным и хорошим человеком. Это и есть главная рекомендация успеха. То есть станьте сами отличным человеком, то есть чтобы за вами пошли. Вам нужно самому стать отличным человеком. Так вот, в команде в первую очередь необходимо стать отличным человеком, помощником, дисциплинированным лидером, человеком, который дополняет команду на презентациях, на тренингах, на спецтренингах, в турне по городам, на презентациях вживую, в интернете. Люди, которые выполняют рекомендации в чатах, в интернете. Кто меня сейчас понимает? Вот она главная рекомендация — стать командным игроком. Командный игрок, он не разрушает команду. Командный игрок, он поднимает команду. Он говорит, что это лучшая команда, что это лучший наставник, что это лучший лидер, что это лучшая система, что эти ребята правильно и профессионально делают бизнес. Что у этих людей нужно учиться. Что я обожаю этих людей, ну, про те фамилии, которые у вас есть, ваши вышестоящие лидеры. То есть, когда вы говорите, что я люблю академию, когда я люблю наставника, когда я люблю систему, когда я люблю продукт, люблю компанию, люблю лидеров, которые там и спикеры выступают, вы автоматически становитесь
человеком с положительной энергией, и коэффициент доверия к вам становится больше, потому что вы говорите о других людях положительно. То есть, когда вы говорите положительно о других людях, коэффициент доверия к вам поднимается. Вы меня понимаете, о чем я говорю? То есть, нужно говорить о людях положительно, тогда коэффициент доверия к вам поднимается. То есть, это нужно четко понять. Это нужно четко понять. Нужно говорить о людях очень хорошо. То есть, говорить о компании, о продукте, о компании, ну, о команде, о системе, о наших тренингах, о наших презентациях, о наших методах только с положительной стороны. Если вы так говорите, люди идут за вами. Коэффициент доверия растет, результаты ваши растут. Синергия срабатывает. И эффект третьего лица становится. Простыми словами, представьте, что вы, я вам не нравлюсь. Такое может быть, кстати, но это не очень хорошо, если я вам не нравлюсь. Потому что мы делаем общее дело. И мы должны друг другу нравиться в любом случае. Не с точки зрения, что мы 5000 и мы нравимся друг другу. С точки зрения того, что мы делаем одно дело, общее дело, мы уже должны друг другу нравиться. Неважно, кто из нас как говорит, неважно, кто из нас там знает литературу лучше и так далее. Идея заключается в том, что необходимо сконцентрироваться каждому из нас на созидании. То есть энергия должна быть созидание, а не разрушение. Ролики должны быть какие? Созидание, а не разрушение. То есть нужно говорить только о хорошем. То есть положительная энергия всегда побеждает зло. Все презентации, тренинги должны быть положительные. То есть переговоры должны быть положительные. Система обучения должна быть положительная. Энергия, дух. Нужно поднимать командный дух. Ну и теперь смотрите. В мире есть команда «Успех вместе». В мире есть команда «Успех вместе», и мы с вами развиваем наш общий бизнес «Б-Эпик». Бизнес-план компании для всех одинаковый. 80% денег платится любому человеку в его структуру. Продукт для всех одинаковый. У нас сегодня два продукта, это Excel и Live. То есть смотрите, казалось бы, один бизнес-план, одна компания, одинаковые продукты, но достижения у всех разные. Правильно? Потому что одни играют по правилам игры, команда «Успех вместе», другие играют по правилам одуванчика, сирени, орлы из, значит, Нью-Йорка. Ну, то есть они придумывают свое колесо. Почему сегодня я предлагаю просто делать одно дело и наоборот друг друга дополняя во всех городах мира и говоря о нашей команде, о нашей компании, о нашем продукте положительно и постоянно делать это системно? Да потому что результаты будут еще больше у всех. Теперь смотрите интересный момент. Вот у меня есть очень много моих приятелей. Есть у меня люди религиозные, они делают этот бизнес. Они верят в Бога, и они делают бизнес так, как они хотят. С точки зрения веры через Бога. Я тоже верую, но, понимаете, вера в Бога и построение бизнеса – это два разных вообще момента. Следующий момент. Интересный. У меня есть люди, сетевики, кто занимается этим бизнесом, со стажем, с опытом. Есть у меня блогеры. Они ведут разные страницы, Инстаграм, Ютуб. Они стараются все чему-то научить людей. Есть у меня, значит, классические бизнесмены, приятели. Но самое интересное, я хочу вам открыть правду. Большинство из них не хотят делать так, как мы рекомендуем. И мне становится как-то неловко, когда люди
имеют свои страницы в соцсетях, имеют свои страницы, ну, свой YouTube, свой контакт, Facebook, Instagram по много лет. Вроде бы кто-то из них в каких-то компаниях достиг высот, какие-то ораторы определенные. Но вы знаете, они даже за полтора года в компании B-Epic не сделали, например, ранг серебро. Это всего 1000 баллов слева и справа. А есть, кто не выполнил ранг золота. А это всего 2500 баллов слева и справа в неделю. А есть, кто не выполнил платину. А это всего 5000 баллов слева и 5000 баллов справа. Есть, кто не выполнил ранг бриллиант. И они продолжают делать бизнес так, как они хотят. Они говорят, что, например, мы бизнес делаем неправильно, а они правильно. Но у них нет золота, у них нет автобонусов, у них нет результатов. У них нет стадионов, но они думают, что они делают правильно. Ребята, я хочу спасти ваше время. На будущее запомните, есть Академия Успех Вместе. Академия Успех Вместе себя зарекомендовала с лучшей стороны. Есть лидеры Академии Успех Вместе, это те фамилии, которые строго мы произносим. Забудьте, пожалуйста, про все другие источники о интернет-бизнесе, о сетевом бизнесе, о классическом бизнесе, о том, как правильно потреблять продукт, о том, как правильно делать бизнес B-Epic. Уловили идею? Потому что вы будете учиться у тех людей, слушать их тренинги, презентации, находиться в их чатах, и будете терять каждый день по 30-90 минут своего времени. И вы будете отдаляться, то есть у вас не будет фокусировки от самых главных рекомендаций. В системе «Успех вместе» есть четкие рекомендации, как потреблять продукт. По-другому никак. В системе «Успех вместе» есть четкие рекомендации, как правильно трудиться в интернете, как правильно трудиться на земле, как правильно вести переговоры, как правильно делать мини-склад, как правильно, общаться с людьми. В системе «Успех вместе» есть четкие рекомендации, как достичь успеха. Целая библиотека из нескольких томов. Так вот, все остальное, все остальные ресурсы, они только будут отнимать ваше время. Я вам нормально объяснил? Теперь смотрите, что произойдет с вами, если вы начнете делать так, как не делали никогда. Показываю. Просто вы будете шокированы. В мире существует компания B-Epic. И сегодня у нас существует более 800 автобонусов, то есть более 800 учеников. Именно Академии Успех Вместе получают премию автобонус. То есть структура, которую создали именно мы. Структура, которая пошла от Вельца, от Шаура, да? Ребята, нет больше никаких структур в мире, где существует 100 автобонусов, 50 автобонусов, 20 автобонусов или 10 автобонусов. Уловили идею? Давайте думать. Более 800 автобонусов. Более 190 стран мира доставка. Но нет в мире ни одной другой структуры. Ни в одной стране. Следующий момент. Товарооборот мы сделали за первый год более 1,5 миллиарда. То есть более 1,5 миллиарда мы сделали товарооборот. Это 95% товарооборота всей компании. То есть вот команда «Успех вместе», именно команда «Успех вместе» сделала товарооборот более 1,5 миллиарда за первый год, это 95% товарооборота всей компании. Еще раз объясняю. Наставник сказал: Андрей, обучайся у тех людей, которые имеют наивысший результат. То есть система «Успех вместе» Мустафаева, Вовк, да? Структура Вовка, структура Мустафаевой, Газезовой, структура Надежды Андреевой, Турушева, Маргариты Вельц, Шаура. И в этих структурах еще есть разные лидеры с разными достижениями, которые тоже неплохо трудятся.
И эти фамилии вы можете посмотреть у меня на канале в YouTube. Там есть интервью с разными лидерами, еще несколько десятков разных лидеров. Кто-то делает бизнес более системно, кто-то менее системно, но и от этого доход и чеки разные. Понимаете, о чем я говорю? Сегодня много у нас бриллиантов в Кыргызстане, в Казахстане, в России. И можно говорить о многих людях положительно. То есть более 125 бриллиантов, более 125 бриллиантов сегодня в Академии «Успех вместе». То есть нет ни одной другой структуры, где хотя бы есть 3, 5, 10 бриллиантов, которые не являются структурой Академии «Успех вместе». Ребята, вы меня услышали? За 1,5 года нет других структур. То есть получается самое высшее достижение в мире, самое высшее достижение, ранг бриллиант, это более 125 бриллиантов в компании, это все преимущественно лидеры Академии Успех вместе. И у нас будет бриллиантовый тренинг 23 июня в Алмате. Вот все, кто туда приедет, вы попадете на красную дорожку, плюс на лимузины, и плюс впервые будет секретный закрытый тренинг для бриллиантов Академии Успех вместе. Стоимость такого тренинга, если ты услышишь, более 100 тысяч долларов. Если ты не услышишь, ноль. Ну, то есть нужно услышать информацию, которая там будет. И вот те бриллианты, которые приедут туда, они станут частью системы, их прокачают, с ними обсудят общую стратегию. Эти люди с нами поедут в Москву, в Бишкек. Эти люди с нами поедут 2-3 июля куда? Мы сейчас собираемся на море 2-3 июля. Эти люди начнут более системно ходить в академию. Уловили идею или нет? Это будет впервые в мире тренинг, где более 50 бриллиантов соберется одновременно. И там много хороших фамилий, которые можно перечислить. Но вот кто будет на бриллиантовом тренинге? Кто будет на бриллиантовом тренинге в Алмате 23 июня, это закрытый тренинг на 50 человек. Вот просто поставьте в чате цифру 7, и то есть вот это уже люди, которые, будут иметь очень большое влияние на построение в будущем большого бизнеса. То есть это люди, за которыми стоит идти, потому что они получат определенные знания, определенные ценности. Понимаете, да, о чем я говорю? Там люди будут с разных стран мира, с разных регионов. То есть впервые будет такое событие, ну, серьезное уровень. И вот, смотрите, что получается. Более 800 автобонусов, более 125 бриллиантов. И это только в Академии. Больше нигде нет. Ребята, не тратьте время. Не изучайте вы просто дилетантов. Поверьте мне, вы потеряете время и не преуспеете. Учитесь всегда у лучших. Лучшие люди – это те, кто на сегодняшний день делает правильные рекомендации. Те люди, которые идут вперед, те люди, которые поднимаются. Что мы еще с вами должны понять? Сегодня исторический день. За один день в команде «Успех вместе» в разных городах мира, в разных структурах закрылось 7 бриллиантов. Это люди, которые пришли сюда пенсионерами, монтерами, слесарями, но стали выполнять рекомендации. Вот у нас девчонка обычная на пенсии. Райхан, выполнила ранг бриллиант. Я тебя поздравляю, и мы ждем тебя на бриллиантовом тренинге. Сиитова Бибихан, молодец. Поздравляю, желаю тебе успеха и процветания. Выполнила ранг бриллиант. Макира, выполнила ранг бриллиант. Увидимся в Алмате. Света Райханова, выполнила ранг бриллиант. Увидимся в Алмате. Санитарный врач Бибисара Атеген, выполнила ранг бриллиант. Увидимся где? Не в Актобе, а в Алмате. Также у нас Айжан Токтахан выполнила ранг бриллиант. Также увидимся в Алмате.
Это у нас Улкан выполнила ранг бриллиант на пенсии из Кыргызстана. Итак, внимание, 7 бриллиантов за один день в компании B-Epic. И это все ученики Академии «Успех вместе». И в мире нет ни одной компании, где 7 бриллиантов за один день. Ни одной команды. Мы не говорим про B-Epic. Мы говорим про все интернет-компании, про все виды облачного бизнеса, про все сетевые компании. Вы со мной согласны? То есть сегодня за одни сутки в Академии «Успех вместе» более 7 бриллиантов. Какими словами вам еще объяснить, что лучше системы не существует и что просто не тратьте время? Не ходите на тренинги к разным бизнес-тренерам, не переплачивайте за их тренинги, потому что вы будете топтаться на ровном месте. В системе «Успех вместе» давно все уже проверено временем, и я вам показал не бизнесменов, не сетевиков, не лидеров великих, а обычных людей, которые с нуля стали выполнять рекомендации «Успех вместе» и стали необычными людьми. Все со мной согласны? Итак, как мы говорим, наставник говорит, самое главное не красивые слова, самое главное что? Цифры. Идем далее. Давайте посмотрим рейтинг Академии. И что мы видим? Нереально, но летом, да? Просто, друзья, посмотрите. Целый год с прошлого лета, каждый день, каждый месяц идет рост. Ну просто нереально, это рост Академии «Успех вместе». И Академия «Успех вместе», как вы видите, каждый день поднимает компанию B-Epic, видите? То есть лидеры Академии, наши бриллианты, наши системные ребята продвигают бизнес B-Epic. Так понятно? Видите, Академия идет вверх, и B-Epic идет вверх. Сегодня мы с вами получили доходы. Доходы неприличные. Я вас всех поздравляю. Как вы знаете, каждую среду мы получаем деньги на наш счет. У многих партнеров сегодня были рекордные доходы. Приятно. Приятно, когда ученики достигают высот. Сколько новых платиновых, сколько новых золотых, сколько новых серебряных. Вы не обижайтесь, серебряные, золотые, платиновые. И просто кто выполнил автобонус. Мы вас очень любим, мы вас ценим. Но просто сегодня даже время бриллиантов поздравить нет. Потому что более 125 бриллиантов и за одни сутки только 7. Наверное, вы меня поняли, о чем я говорю. Что пришло время профессионалов, так и запишите. Пришло время профессионалов. Что это значит? Это значит, что вам нужно быть необычным бриллиантом. Вам нужно быть особенным бриллиантом с особенными стандартами. То есть у вас должно быть больше граней, чем у кого-либо. Вы должны стать лучшим учеником Академии «Успех вместе». Вам нужно стать самым системным, самым лучшим, самым сильным, самым последовательным. Вам нужно убрать отдых на второй план. Вам нужно убрать мнение других людей на 105-й план. У вас должно быть мнение Академии «Успех вместе», наставника системы, и ваше мнение должно быть такое же. Вам это нужно полюбить и делать. Вы меня услышали? Я вас очень сильно люблю. Я хочу вам искренне помочь и хочу, чтобы вы сохранили свое время. Никогда, мой наставник сказал, не учитесь у дилетантов, потому что вы станете дилетантами. Понимаете, о чем я говорю? Вы станете такими же дилетантами. Поэтому не покупайте книги теоретиков, не учитесь у бизнес-тренеров, у которых нет результата, нет команды, нет структуры, нет чека, нет дохода, нет на презентациях онлайн, офлайн. Онлайн – это интернет, офлайн – это земля. У настоящего тренера, лидера, поверьте мне, всегда будет в комнате находиться 100, 200, 300, 500 человек. И также в залах будет 100, 200, 500, 1000, 3000. Согласны или нет? Поэтому думайте, когда идете на обучение, у кого вы обучаетесь. Идем дальше. Деньги получили. Смотрим, сколько там накапало. И вот, неплохо, за недельку
накапало часть денежек уже, скажем так, вывели, продали внутренние. Нормально? Жить можно? Можно. Вы знаете, вам могут говорить, что в академии неправильно делают бизнес. Здесь неправильные лидеры. Наставник тоже на это сказал интересный момент. Андрей, если ты будешь что-то делать, и если про вас будут говорить, что вы делаете правильно или неправильно, вы на правильном пути. Потому что говорят только про успешных людей и завидуют только успешным людям. Уловили идею? Идем дальше. То есть цифры. Раз. То есть какие у нас сегодня преимущества? Да? Цифры. Второе. Цифры в виде дохода, цифры в виде людей в интернете, цифры в виде людей на земле, цифры в виде рангов, в виде автобонусов. Все меня поняли? Че, Махабат, уже автобонус что ли начислили? Да? Еще прибавилось? Кому-то уже там начинают автобонусы начислять. Супер. А теперь идем далее. У нас не только лучшая система обучения, но у нас, как вы знаете, Эрик Капрарос, это наш друг. Мы, поздравляю, девчонки, поздравляю. Кстати, Сарабинаш, что-то я не видел цифру 7 от тебя. И ты Нешкуль не видел, и Нурлан не видел. Кто в Алмату? Алматы, Алматы, Алмата, Алмату. В общем, как ни называй. Я просто иногда же прикалываюсь, от перемены слагаемых сумма не меняется. Я говорил о том, что 23 июня в Алмате будет закрытый спецтренинг для бриллиантов, где будет более 50 бриллиантов. Там должны быть все бриллианты Академии Успех Вместе, которые хотят идти вперед. Это очень важно. Научитесь слышать, потому что деньги осилит идущих. Помимо того, что у нас прекрасная система обучения, лучшие результаты, методы, у нас еще, как вы знаете, есть наш друг, ну, мой друг, если мой друг, это и ваш друг, мы с ним уже дружим долгое время, подготавливаем для вас разные продукты, и если вы заметили, то у нас лучшее производство со всеми стандартами, где используется лучшее оборудование. По всем мировым стандартам у нас лучший продукт. И если вы не знаете, то даже сама упаковка, когда происходит процесс упаковки, там специальный аппарат стоит, который не нагревает саму упаковку, и капсула содержит идеальное состояние. Круто, да? Также наш продукт получил 3 разных исследования дополнительных. Мы получили сертификат халяль. Для примера, скиньте мне ссылку на сайт. Для примера, за 30-50 лет работы в Казахстане легально и нелегально такие известные компании, как Тиньши и Amway, до сих пор ни на один продукт не получили наивысший сертификат халяль. Мы делали независимое исследование, и мы получили сертификат халяль на наш продукт, потому что в нем нет вредных компонентов, его полностью разложили, нет никаких грибков, нет никакого вредного там, ну, мяса для мусульман и так далее. И один из главных муфтий Казахстана лично потребляет продукт и разрешил, у них есть такие праздничные выставки, прямо возле мечети официально продукт продвигать. Представляете? Скиньте сайт, друзья. Сейчас скинут, я вам покажу, зайду там наш значок, чтобы видно было. Хорошо? То есть представьте, за 30, 50, 20, 10 лет работы на рынке Казахстана никто, мне надо сайт халяль. Я просто покажу. Никто, вот так этот сертификат выглядит, никто не получил, мы получили. Официальные исследования, которые шли длительное время.
Помимо этого были клинические исследования продукта на протяжении полтора года в клинике профессора Мустафаева, где тысячи клиентов, пациентов в разное время, значит, получали, кто-то потреблял продукт, кто-то не потреблял. И кто потреблял, у тех анализы были всегда лучше. Заживление ран, рубцы, кровь. Что, Алита, скидываете сертификат? Не сертификат, а сайт. То есть, смотрите, что получается. Профессор Мустафаев делает у нас операции, 69 лет, сохраняет органы. И он говорит, это из-за того, что люди неправильно питаются. Представляете, идея, да, какая? То есть более полтора года протестирован продукт в клинике, где множество людей потребляют, множество не потребляют, смотрят анализы. И Академия правильного питания тоже делали расклад. То есть продукт полностью безопасный, полностью соответствует международным стандартам. И мало того, доставка делается более 190 стран мира. И если вы того не знали, более 190 стран мира официально этот продукт проверяли на ввоз в свою страну. Потому что продукт приходит как? Официально. Его сканируют. И в некоторых странах, например, как Германия, его отдавали на дополнительную экспертизу. В Европу, извините меня, никогда ничего, и тем более в Германию, не завезут. То есть, как ни крути, лучшее производство, лучшие технологии, лучший продукт, который действительно что? Дает результат. То есть дает результат, и это здорово. Это здорово, что на сегодняшний день мы на правильном пути. То есть я этому продукту полностью доверяю. Почему? Потому что здесь множество плюсов. То есть множество плюсов, которые что? Помогают нам продвигать этот продукт на рынке. Согласны, да, со мной? Пошли с вами дальше. Идем с вами дальше. И да, вот Екатерина. Мало того, с президентом компании мы в очень хороших отношениях. И 4 новых продукта, которые появятся на рынке, это секрет, но эти продукты обсудил совет лидеров. То есть все 4 новых продукта, которые появятся, чтобы вам было понятно, это обсудил совет лидеров Академии «Успех вместе». Была дана рекомендация президенту Эрику Капраросу, и эти продукты будут появляться на рынке. Могу сказать, что продукты невероятные. Просто нереально крутые. Мы продумали все. Также кто заметил, что вам за эту неделю на 11,5, на 1, на 1,5% больше начислили денег. Кто заметил? А мне в чат надо скинуть прямо вот сюда. Мне зачем WhatsApp? То есть кто заметил, что вам начислили на 1,5% больше доход. Кто не заметил, внимательно изучали свои доходы. Сейчас в чат скинут вот этот сайт. Скидывайте, да? В Академию. Но кто заметил-то? Я заметил. Заметили, да? Молодцы. То есть на 1,5% вы больше получили денег за эту неделю. За самую крупную. Ну, чтобы вам было понятно, это не просто так произошло, потому что Академия «Успех вместе» сегодня делает очень большое благое дело на земле. И мы с Эриком, у нас общая стратегия, мы дружим, часто общаемся, и он слышит нас, мы слышим его. Ну, скажем так, секретную переписку вам покажу. Вот видите, Эрику я пишу вчера, и он сегодня начисляет денег на 1,5% больше. То есть просто я сказал ему, что мы хорошо трудимся,
что денег на той неделе было меньше, на этой надо дать больше. Все. Ну, теперь и думайте, да? Какой президент больше денег вам даст, хоть в одной компании? Просто вы должны понимать, что вы сегодня на правильном пути. Я вам показываю секретные переговоры, где мы общаемся с другом, да? Видели? И вам начисляют на 1.5% больше денег. Ни один президент компании вам не начислит больше денег. Это важно понять. Теперь идем дальше. Вот сейчас сертификат я вам покажу. Потом, также, вот здесь видите, тоже секретная переписка, всю показывать не буду в конце. Что отвечает президент компании, что он полностью нам доверяет, и все продукты, которые мы запросили, будут сделаны. Классно? Дружите с сильнейшими, и вы будете сильными. Ну, вот так я вам часть секретной переписки показал. Теперь вот сертификат халяль. Заходим на сайт, видите, халяль, смотрим. Ни Amway нет, ни Тинши, ни какого-то другого, ну, продукта или компании. Но обратите внимание, в самом верху есть что? LF8. Гордитесь этим, LF8, на официальном сайте. Видели? Видели, все. Почему сегодня я так подробно показываю вам факты? Просто сегодня тренинг для партнеров. Я хочу, чтобы вы в 100% поверили в то, чем мы занимаемся. Я хочу, чтобы вы не тратили время на плохую энергию, на обсуждение. Чтобы вы четко понимали, что с президентом у нас прямая связь, что президент нам полностью доверяет, что президент вводит те продукты, которые нам необходимы, что президент повышает нам зарплату, если мы этого хотим, что у нас официально сертификат халяль на официальном сайте, где нет других компаний. А мы на рынке всего 1.5 года. Идем дальше. Помните, я сегодня в рассылке что говорил? Я раскрою карты, потому что я считаю, что вы сегодня подросли. Простыми словами, я считаю, что многие из вас сегодня готовы выйти на новый уровень. Поэтому сегодня специально для вас открываются карты, чтобы вы понимали наш масштаб, наши возможности. Сейчас мы идем, вдумайтесь, к 500 000 000 в месяц. Ни одна компания в мире, ни одна команда в мире, в СНГ этого не делала. С нуля за первый год более 1.5 миллиарда. Сейчас мы планируем сделать 500 000 000 в месяц. И в конце 2018 года мы планируем акцию, планируем новые какие-то продукты и планируем сделать более 1 000 000 000 в месяц. Присоединяйтесь, друзья, сейчас. Отложите лето на январь. Знаете, что такое отложить лето на январь? Мой наставник научил меня отдыхать с 1 по 10 января. Знаете почему? Он сказал, это то время, когда ты достоин отдыха. Потому что все другие пьют. То есть отложите лето на январь и отдохните в Майами. Я планирую в январе поехать на производство в Майами и провести с нашим президентом шикарный Новый год. Вас, кстати, системных лидеров, мы тоже пригласим. Тоже пригласим. Но поедут не все. Потому что понимание системного бизнеса в нашем понимании у лидеров это разное значение. Быть платиной, быть золотом, быть бриллиантом это не означает быть лучшим и быть системным. Но лучшие системные лидеры, кто сейчас себя зарекомендует именно вот в эти месяца, вы будете всегда котироваться, вас будут всегда продвигать и вы будете получать лучшие пряники. В Майами мы поедем в январе, такой план.
Там отдохнем, побываем на производстве, побываем в гостях у нашего друга, отдохнем на море. Классно? Вот это я считаю отдых. Поэтому сейчас нужно дача, огороды, море, там какие-то вот эти вот отдыхи, пьянки, гулянки отложить на 25-й план. Сконцентрироваться на тренингах, на презентациях. Начать делать добро людям. Согласны или нет? Производство показал, сертификаты высшие показал, секретные переписки показал, доходы показали, бриллиантов новых показали, рейтинги показали. Что еще надо? Пора действовать. Пора просто действовать, но профессионально. Наш продукт нереально меняет жизни людей при жизни. Посмотрите на этого парня. Год назад бывший военный, торговый представитель, который сегодня стал самым лучшим системным учеником по темпам роста. По темпам роста. И в мае или в июне, купил новый BMW за наличку с салона и кардинально изменил себя внешне, внутренне, создал оборот слева и справа самостоятельно. Человек, который не ноет, человек, который не осуждает, человек, который показывает пример бриллиантам, даже которые больше его зарабатывают. Показывает пример в видении, в понимании, в дисциплине, в системности. Человек, который не говорит: нет, я не поеду в Алматы, я не поеду в Москву, я не поеду в Бишкек. У него нет такого понятия. Николай Турышев уже со мной за несколько дней июня побывал. В конце мая он побывал со мной в Чите. В начале июня побывал Ангарск, Иркутск, Улан-Удэ, Якутск. Уже 5 городов проехал. Сейчас летим в Бишкек, Алмата, Москва. 8 городов за месяц. И планируется 2-3 июля поехать. Он не говорит: я подумаю. Он говорит: Андрей, а куда мы поедем? Дубай? Дубай. Куда поедем? Кипр? Кипр. Куда? Вьетнам? Вьетнам. Без проблем. Мысль заключается в том, что он говорит: а для чего это надо? Я говорю: смотри, люди не верят словам. Когда ты купишь машину BMW, и когда ты сделаешь промо-ролик специальный, у меня некоторые партнеры купили машины, но они пока не слышат, что это нужно грамотно показывать. То есть, видите, ролик специальный мы сняли. То есть как, что? Это все продает бизнес. Это все продает команду. Люди не верят словам. И сейчас мы с ним побывали в 8 городов. Сейчас летим. Вот, мы сейчас еще просто определяемся. Вы-то полетите с нами. Заметьте, мы не находимся, например, в городе Уральск, или город Алмата, или Астана, или Бишкек, или Ош, или Актобе, или Москва. Вы понимаете мысль? Мы постоянно в движении, а доход-то наш растет. Не, я про свои доходы просто вообще молчу. Но у меня есть аналитика. Что такое аналитика? Год назад, апрель и май, был у нас денежным. Апрель и май был денежным. А, например, да, Сабинас, Иван Вов, я вам могу сказать, сильно вырос. Сильно вырос. Иван Вов прилетит в Алмату, прилетит в Москву и сейчас думает про море 2-3 июля. Иван Вов растет. Иван Вов купил костюм, туфли, часы сейчас дорогие, Rolex себе выбирает от 1 000 000 рублей. Иван Вов начал понимать смысл, он идет вперед, поэтому он меняется, он не стоит на месте. Поэтому Иван Вов зарабатывает под 4 миллиона в месяц. Понимаете? То есть появляются люди, которые понимают фишку, что такое стратегия, что такое телевизор, что такое быть с наставником, что такое быть в системе, для чего нужно брендирование машин BMW, для чего нужно брендирование поездок за границу. Понимаете? Нужно картинку показывать. Люди не верят словам. Кто понимает, о чем я говорю?
То есть люди не верят словам. Вы говорите, мы зарабатываем миллион, два, три. Они говорят, а что ты купил? А где ты был? А когда ты едешь, тебя видят. И вот Турышев чем является на сегодняшний день, как пример. Он лучший ученик среди мужчин. Он говорит, нет, где деньги, где что? Он берет и делает, и зарабатывает еще больше. Люди за ним еще больше идут во всех городах, еще больше доверия. Потому что он открывает свое сердце, свой разум для других людей. Так понятно или нет? А кто-то отсиживается, кто-то помидорки сажает. Сажаешь помидорку, получаешь помидорку. Проводишь презентации и тренинги, получаешь бриллиант. Проводишь больше, получаешь 100 бриллиантов. И вот давайте с вами сейчас сюда пригласим Николая Турышева, который вам расскажет, что ему помогает достигать высот. Внимание! Доброго времени, уважаемые партнеры, гости, друзья, коллеги. Для меня однажды очень глубоко провалилась такая фраза Андрея Артуровича Шаура. Такая: если у тебя будет 5 друзей бомжей, то кем ты будешь? Если у тебя будет 5 друзей миллионеров, то со временем кем ты будешь? Так вот, для меня это, знаете, провалилось очень глубоко. И я считаю, что то, что говорит и рекомендует наставник, для меня это выше всех приоритетов. И проблема многих, они слушают, но не слышат то, что им рекомендует система и наставник. Так вот, научитесь слышать, выполнять рекомендации. Друзья, это вообще не сложно. Не делайте вы, не изобретайте вы велосипеды. Вы просто повторяйте все, что делают успешные люди. И вы добьетесь таких же результатов и, возможно, больше. Потому что я считаю, что на данный момент до меня только, наверное, дошло полное понимание то, что сейчас нужно увеличивать и как это правильно делать. И я могу с гордостью сказать, что я еще даже и не начинал трудиться и, возможно, и не начну. Начните выполнять все, друзья, все рекомендации, и вы будете успешным человеком и ни в чем себе не отказывать и не нуждаться. Начните помогать людям. Сколько за последнюю неделю доход? Более 4000 долларов, то есть, ну, около 5 уже, вот так вот. То есть, я считаю, что сейчас мы грамотно прибавим, потому что то время, которое я сейчас провел с лидерами, с наставником, проехал по городам, я понял очень многое. И, конечно, это не объяснить словами, нужно это почувствовать, нужно присоединиться, понимаете, окунуться в этот рассол и быть в теме. Супер! Благодарю. Молодец, Николай. Вот вы понимаете, да, друзья? Почти 5000 долларов без продаж за 7 дней. Это доход, вы же понимаете, более миллиона. Но он сейчас проехал 8 городов, вот сейчас проедет еще, да? Плюс потом поездка за границу, картинка качественно растет. Он посеял семена, и эти семена вырастут. Но, чтобы собрать много урожая, нужен комбайн. А успех вместе – это комбайн, который помогает автоматизировать твой бизнес. То есть, сколько бы ты ни проводил презентаций и тренингов в скайпах, в ютубе, отдельные какие-то встречи в кафе, ты не сможешь обработать всех, если нет автоматизированной системы. Кто меня сейчас услышал? То есть, нет смысла проводить много труда, ты все не соберешь, если нет автоматизации бизнеса. И вот идея заключается в том, чтобы быть послушным, быть дисциплинированным. Я вам сейчас покажу одну секретную переписку. Эта секретная переписка, вы знаете, она может многое вам дать. Добрый вечер! Я заметил с вами только бриллианты. Айгуль Газезова, Айлита Мустафаева, а почему нет других? То есть мы вчера ужинали, и я выложил видео, где мы ужинаем.
Я говорю, доброе время. Рядом сидят Николай, Маргарита, Надежда, Аэлита и Айгуль. А кто, говорю, еще должен быть? И мне начинает человек писать. И он ваши фамилии, бриллианты пишет. Я понимаю, какое чувство у него. Он думает, а где мой бриллиант, где мой бриллиант, где мой бриллиант? Почему ее нету в Таиланде, почему ее нету сейчас на Бали, почему ее нету в Дубае, а почему ее нету в Москве? Как людям просто, ну, становится не по себе, когда просто вас нет. Я, естественно, оправдывать вас не собираюсь, да, ну и говорю как бы так, что они сейчас в другой стране трудятся. Но сейчас мы поедем в Бишкек. В Бишкеке 16-17 июня будет грандиозное событие. Мы сняли дворец на 3000 человек. На 3000 человек мы сняли дворец в Бишкеке. Вход свободный для любого человека. И как не доехать бриллианту компании B-Epic, если это его хлеб, если это его пекарня? Кто меня услышал? Как не приехать в свою пекарню и не проследить, как ваш хлеб, что? Первое, в плане знаний подготавливается, второе, печется, как вытаскивается. Но вы вдумайтесь, что пишут ваши люди. А где, говорит, она, почему ее нет в Таиланде? А почему ее нету в Москве? А почему ее нет в Бишкеке? А почему ее нет в Алмате? А почему нет вот этих ребят? А почему нету на презентации каждый день в академии? А почему мы заходим, вот здесь не видим Иванова, Сидорова, Петрова, Пушкина, Лермонтова, Есенина? Почему мы их не видим? Понимаете? И у людей начинается недоверие к тем людям, которые не системные. Они начинают понимать, что значит не так важно ходить в академию, не так важно изучать рекомендации наставника, лидера, не так важно быть в турне по городам. Они начинают какой-то подвох искать. И они начинают думать, что можно стать крутым лидером, успешным бизнесменом, не находясь в чате Telegram Академии Успех Вместе, не находясь в академии на презентации, на тренинге, что можно отдыхать месяцами, что можно сажать картофель. То есть их, они сами себя начинают обманывать. Кто сейчас меня понял? То есть за счет того, что вас нет в телевизоре, они начинают сами себя обманывать, а денег-то вы меньше зарабатываете. Доход-то у вас меньше становится. Ранг-то у вас не растет стабильно. Потому что у них нет доверия к вашей личности. Просто нет доверия к вашей личности. И я, конечно, ну, им не говорю, что там, знаете, там они морковку сажают. Я говорю, они трудятся в другой стране. Но, ребята, я обманывать не могу, я честный человек, вы же знаете, порядочный. Все до поры до времени. Все до поры до времени. Вы поймите одно, вы лидер, вы личность, вам нужно взять ответственность. У вас не должно быть три О, оправдание. У вас должно быть три Э, энергия, эффективность, энтузиазм. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, мысль заключается в том, вы сюда для чего пришли? Вы пришли делать бизнес на один день или на десятилетие? Вот у нас с Эриком есть стратегия на 100 лет вперед. Естественно, если все, ну, сложится, не будет войны там, мы планируем в течение 100 лет определенную, ну, стратегию у нас есть на более чем на 100 лет вперед. То есть мы этот бизнес можем передать детям, родственникам, знакомым. Но надо же правильно делать. Надо правильно к этому что подходить. То есть нужно это уважать, ценить. Понимаете, о чем я говорю? И вы поймите одно, пришло то время, когда вас никто уговаривать не будет, а вас забудут. А вас забудут, что есть Петров, Сидоров, Иванов. Почему? Да потому что голодных людей на признание, на славу, на труд, на деньги, на достижения очень много. Свято место пустым не бывает. Очень быстро придут другие, которые захотят жить по-другому. Они поймут, что такое система, что такое стабильность, что такое построение. Они будут, понимаете, делать то, что не делают все.
Итак, сейчас у нас планируется 16-17 июня секретный большой тренинг в Бишкеке. Это одна из столиц Средней Азии. Туда надо вывозить людей через все границы. Мне наставник сказал такую вещь. Андрей, научишься перемещать людей на расстояние, ты будешь самым счастливым человеком. То есть, если люди будут делать бизнес у ноутбука возле дома, то это будет не бизнес, это будет, скажем так, небольшой доход. Но это не будут миллионы и миллиарды. Мой наставник сказал, научись, Андрей, перемещать людей на расстояние. Потому что мой наставник сказал, деньги, потраченные на путешествия, это лучшая инвестиция, которая есть у человека в жизни. Запишите жирными буквами. Деньги, потраченные на путешествия, это лучшая инвестиция, что может сделать человек. То есть, жалеть сейчас на Алмату, на Бишкек, на Москву и на море в Дубай, это значит, быть преступником по отношению к своему развитию. Понимаете, о чем я говорю? Тут не надо думать, тут надо делать. Тут надо стать частью команды, частью системы. Большой тренинг для бриллиантов будет, запишите, 23 июня. Давайте так, Бишкек, 16-17 июня. Вывозим самолеты, автобусы с регионов, со стран. Алмата, Астана, Актобе, Уральск, Тарас. Потом ОЖ, Европа. Прямо выезжайте туда, дворец спорта. В этом дворце спорта был чемпионат Азии. Следующий момент. 23-24 июня будет Казахстан, Алмата. Дальше. То же самое. Астана, Актобе, Уральск, Тарас наш, Москва, Россия. Европа, Кыргызстан, несколько автобусов прямо туда, больших. Алмата вся идет. В Алмате будет 23-го презентация, будет для бриллиантов красная дорожка, лимузины, будет фото, видео, и вас будут продавать дорого через телевизор. Мой наставник сказал, хочешь быть успешным, попади в телевизор, попади на сцену. То есть это главный закон успеха, чтобы тебя продвигали, чтобы тебя смотрели, чтобы за тобой наблюдали в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, в Ютубе. Вот почему я всегда рядом с лидерами. Вот почему нужно находиться всегда рядом с наставником, с сильными людьми. Поэтому, друзья, 23 июня, всех предупреждаю, будет закрытый бриллиантовый тренинг, где будет только бриллианты. На этом бриллиантовом тренинге я открою все карты. Такой тренинг стоит более 100 тысяч долларов, если человек услышит. И после этого, наши бриллианты станут россыпью бриллиантов. И мы с вами вместе пойдем достигать высот. Мы станем большими. Еще больше поможем людям. Мы станем более правильными и системными. Мы уберем страхи, мы уберем оправдания, мы добавим энергии, энтузиазма, мы станем более добрыми, более, скажем так, людьми, которые трудятся правильно и системно. Это будет уникальный тренинг, где вам просто нужно убрать свое будет эго, забыть про него раз и навсегда, снять свою корону, надеть костюм Академии Успех Вместе и стать носителем добра при жизни. На планете Земля. Исключений не будет, только закрытый тренинг для бриллиантов. То есть 23-го будет презентация для всех, и после презентации закрытый тренинг для бриллиантов. 24-го опять тренинг для всех, и потом мы уезжаем в горы с бриллиантами. Вдумайтесь, на фуникулерах. Более 50 бриллиантов, поднимаемся в горы в Медео, в самый элитный ресторан, фотографии, видео, самая вкусная еда. Как это будет? Как это будет? Это будет невероятно. У вас еще есть время до 23 июня выполнить бриллианта. Еще есть время взять билеты, убрать свое...
я не могу, оправдание, у меня нет денег, о-о-о, делайте, друзья, действия. И 30 июня, 1 июля это будет Москва, грандиозное событие, столица России, все туда едем. И опять же, с Казахстана, со всех регионов наполняем. И 2-3 июля сейчас мы посмотрим, мы полетим на спецтренинг, где будем создавать красивую, яркую картинку. Это будет либо Вьетнам, скажем так, Диснейленд, либо это море, либо это будет Дубай, море, либо это будет Кипр. Сегодня мы примем решение 2-3 июля отлет. Почему мы так выбрали? Стратегически выгодно, это недорого. С Москвы всегда поездка дешевле. Вы уже в Москву приехали, и улетать на отдых уже дешевле. Уловили идею? Это все мы думаем о вас, стратегия. Стратегия должна быть. Итак, что мы должны понять? Сегодня четко, четко. Сарбинас говорит, Кипр, давайте, Дубай, неинтересно. Сарбинас, купальник купили уже? Самое главное, чтобы был купальник и загранпаспорт. Мне вообще, знаете, интересно везде. Везде, где мы находимся, везде интересно. Есть такой закон. Там, где я, там отлично. Там, где нет меня, там не очень. То есть, приготовьте загранпаспорта, купальники и деньги. Все. Будьте сейчас на связи. Представьте, вы бриллианты поедете в Дубай или Кипр или Вьетнам. Представьте, как, ну, как люди будут на вас смотреть, как на бриллиантов, а не на сажателей картофеля. Вы понимаете, в чем идея правильного вида бизнеса? То есть нужно правильно его подать, красиво. И они увидят тогда, что у вас есть деньги. Они увидят, что у вас есть деньги, если вы путешествуете, если вы покупаете машины, квартиры. Они будут доверять вам. Наш Тарас Роза, наш, да. Тарас наш, любимый наш Тарас. Следующий момент. Потом, мы в конце планируем этого года сделать миллиард. 23 июня мы расскажем бриллиантам, как это сделать. И вы вместе с нами будете достигать высот. Самое главное сегодня понять, что система существует. К чему вы должны сейчас быть готовы? В Академии «Успех вместе» сейчас будет соревнование. Сегодня, так могу сказать, вот где-то дней 10 дается на соревнование. То есть мы убираем всех с рейтинга, обнуляем рейтинг, убираем всех. И дается 10 дней соревнований. Мы смотрим, кто соответствует корпоративной этике Академии «Успех вместе». Всех неправильных мы убираем из чатов. Skype, Telegram, WhatsApp. И потом в рейтинг добавляем самых правильных, этичных, системных людей. И ты можешь быть этим человеком. У тебя есть 10 дней. Ну, максимум для новеньких мы дадим, для лидеров мы дадим 10 дней, такой, скажем, соревновательный этап. Для новеньких мы дадим до конца месяца. То есть для лидеров мы даем 10 дней, сегодня 13-е, да что 10? А ну да, 10, 13, 24-е. В общем, для лидеров даем 11 дней, барабанные палочки, прикольно. В общем, 11 дней, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Обнуляем рейтинг, все становятся на равных, даем мы это, значит, до 24 числа, потом, кто себя из лидеров зарекомендовал, попадает в рейтинг, а новички до 30 июня. Круто? Все, все проявляйте себя. Проявляйте в рангах, в автобонусах, в поступках, в товарообороте, в действиях, в посещении презентаций, в посещении тренингов.
У нас нет великих, корону мы всегда быстро снимем, вы должны это понять. Каждый человек должен заслуживать, понимаете, звание свое. Звание. По рейтингу приведите в порядок рейтинг, фотографию правильно поставьте, напишите правильные ценности, система, академия, наставник. Вот здесь, видите, ни фотографии, ни текста, такого не должно быть в рейтинге. То есть это очень важно. Привести в рейтинг в порядок, добавить своих сюда партнеров, академию активировать. В будущем мы планируем запустить Монголию, запустить Татарстан. Это куда мы можем приехать, провести большие тренинги. Татарстан, Монголия. Так что на эти регионы обратите внимание. Сейчас прорабатываем мы с Эриком Китай. Но пока Китай рано, но вот Монголия, Татарстан мы уже продумываем. Я вас очень люблю. Прибавляйте, ребята. Не смотрите на соседа, смотрите на наших лидеров, которые сегодня являются спикерами, которые сегодня, понимаете, становятся более системными, которые сегодня растут. Каждый бриллиант должен засиять по-новому. Вот предназначение каждого бриллианта – засиять по-новому. Друзья, пыль, пыль сотрите, уберите старые погоны. Вы меня уловили? То есть уловили меня? Сотрите пыль эту, уберите ее. То есть нужно обновить дух, обновить энергию. Станьте сверкающим бриллиантом и светите, и сверкайте всю оставшуюся жизнь. Это важно. Это очень важно. Ну что еще могу вам сказать? Вот я сейчас сюда приглашу девчонок, называю их тяжеловесами в нашем бизнесе. Почему? Потому что, чтобы вам было понятно, это люди, которым я доверяю, потому что они проходят ежедневное обучение каждый день на разных презентациях, на разных тренингах. Это люди, с которыми у нас есть общее понимание, общего дела. Они проходят консультации. То есть это люди, за которых мне не стыдно. Не только по доходу. Не только по доходу. А потом по правильному поведению бизнеса. По этике ведения бизнеса. По подаче бизнеса. Вот. И они вам сейчас просто скажут свой доход. Свой доход в неделю от скольки, и скажет вам, почему именно системные действия увеличивают их доход, их количество лидеров и бриллиантов растет в структурах, но на данный момент их нет в Москве, в Алмате и в Астане. То есть думайтесь, о чем я сейчас говорю. Они вам скажут о том, что система их увеличивает товарооборот, увеличивает их доход, но они не находятся в тех городах, где живут. Кстати, эти девчонки сегодня, так же как Николай, посещают все последние города и также едут на море 2-3 июля. Итак, первое готово. Аэлита, вперед! Благодарю, Андрей Артурович. Друзья, я всех приветствую. Мы сегодня в прямом эфире, прямо из офиса Андрея Артуровича. Это так здорово. На самом деле, это такая большая ценность находиться в турне вместе с наставником, со своими партнерами, топ-лидерами компании. Каждый день мы получаем новую информацию. Я до сих пор учусь. И вы знаете, почему идет рост, ну, я так думаю, у меня, потому что я сфокусирована именно на бизнесе. Когда я нахожусь у себя дома, у меня есть семья, у меня там есть пациенты там и так далее, меня это все на самом деле отвлекает. Когда я нахожусь в турне, я четко занимаюсь нашей компанией, нашим бизнесом. И поэтому за этот период вы можете ответить многим вашим людям, можете работать на расстоянии. Я сейчас осваиваю просторы интернета, и эта информация на самом деле очень большая. И на самом деле я каждый день учусь, и я вижу, как растут наши доходы, как у нас
увеличим, ну как бы мы чувствуем уже качество труда. Мой сегодня чек от 7 тысяч долларов, я вообще молчу про прямые продажи, там где-то около 2 тысяч долларов, это еще прямые продажи идут у меня в офисе в Алмате, учитывая, что я нахожусь вообще в другом городе. Такой доход для меня, как для врача, в прошлом, да, я уволилась с работы в июне, я уже заявление написала, я уже всем сказала, что я ухожу. И как врач я уже не буду принимать, потому что я не вижу смысла, потому что я вижу, что мы будем перемещаться по городам и странам. Я всех своих партнеров, друзья, приглашаю в турне, приглашайте всех своих друзей и знакомых, они будут, я уверена, вам благодарны за то, что вы когда-то рассказали об этой возможности. Вот так гинеколог еще год назад, мама трех детей, кто не знает историю, брошенная мужем, денег не хватало, ну, в нормальном понимании содержать семью. Они взяли оборудование дорогое в кредит, попали в полную задницу. И благодаря БЭПИКу кредиты стали выплачиваться, и им открыли границу. Сегодня Аэлита зарабатывает в районе 2 миллионов рублей в месяц с разными видами дохода, и это мы еще не начинали. Не находясь в Алмате. Берите пример. Благодарю. Так, Надежда Ивановна, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер всем. Я приветствую вас, друзья. Рада, очень рада, я счастлива, что я в этом турне. Я, честно говорю, я никогда не думала, что это для меня будет таким восторгом. Сознаюсь, что мне даже не хотелось вначале ехать. Думаю, ну, что там я опять вот только деньги промотаю. Ну, лучше надо сейчас купить что-то, еще что-то купить. Друзья, проснитесь. Только система, только обучение, только здесь вы можете понять, насколько легкий наш бизнес. Вот это реальная правда. Оказывается, так просто его строить. Я тратила колоссальное количество времени с утра до ночи, с ночи до утра. Я спала 3, 4, 5 часов в течение первого года. И что? Сегодня, буквально-таки вот в течение месяца, у меня объемы просто колоссально растут. И я понимаю, что команда начинает размножаться как грибы. Почему? Вот если мы срежем гриб, грибница открылась и начинает расти. Вот точно так, открывая просторы интернета, мы можем сегодня стать не просто успешными, а колоссально успешными. Услышьте, лидеры, приезжайте в турне, приезжайте в Алма-Ату, в Бишкек. Поехали с нами отдыхать. Вы понимаете, это и отдых, и работа, труд. Не работа, мы не в рабстве. Мы трудимся в радость себе. И вот эта радость, она, как говорится, вселенной, вернее, вселенной за наш труд благодарит нас вот такими прекрасными чеками. За эту неделю мой чек составил почти 8 тысяч долларов. Вот так? 64 года, доход в месяц с разными видами дохода в районе 2 миллиона рублей. И вот Надежда Ивановна обратила внимание, я как раз вам эту мысль посылал, но не сконцентрировал внимание. Год назад, апрель и май, у нас был рост. Да. А июнь, как вы знаете, в любом бизнесе лето, оно такое, знаете, на спаде. Я сегодня раскрыл секрет, почему, например, год назад, в июне, мы не поехали в турне по городам. Потому что не было еще результатов по продукту в большом количестве, не было еще результатов по доходу, еще люди не были готовы собирать стадионы, да? А сейчас мы сняли республиканский дворец в Казахстане, в Алмате 3000, и дворец спорта в Бишкеке 3000, это в июне. Мы сейчас собрали полный зал Алмата, этот, Якутия, Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ. Понимаете, уже собрали сейчас в июне. И мысль заключается в том, что этот июнь уже прошло вот 2 недели. Я посмотрел динамику,
И вы не поверите, у нас июнь, вот эти 14 дней, оборот больше, чем в мае. За весь месяц. Не за весь месяц, но за первые недели. То есть понимаете, о чем я говорю? То есть в тот месяц, когда оборот не может быть больше, а должен быть меньше в разы, потому что вы знаете, что обычно люди уезжают отдых, дача, огороды, ну сами, да, понимаете, деньги все тратят куда не надо. У нас специфический продукт, который потребляемый каждый день, нужен как вода, следовательно, товарооборот постоянно что? Не падает, растет. И система обучения, которая сегодня увеличивает количество людей на портале и на тренингах на живых. То есть, представьте, у нас в июне идет рост. А что будет сейчас, если мы соберем более 2000 Алматы, более 2000 Бишкек? Эти 4000, которые придут на обучение, они что будут делать? Смотреть, что ли? А, нет. Они будут завоевывать свои регионы. Они будут запускать людей. Следовательно, товарооборот в июле вырастет. В июле вырастет, в тот месяц, когда это невозможно. А мы-то в июле едем еще и отдыхать, опять картинка. Но мы отдыхаем-то и проводим презентации, шикарные отели. Кстати, вот завтра в 14:00 Москвы для вас будет выступать Надежда Дручинина, мама двоих детей. Она была в декрете, да, сегодня уволилась с работы с милицией, занимается только этим бизнесом. А в пятницу с президентского номера с Бишкека будет прямая трансляция в 19:30. Представляете? А в субботу, воскресенье будет два мегатренинга. Вот с дворца спорта. Вы просто должны понять, что бизнес можно делать по-разному. Блины можно делать по-разному. Вы понимаете, о чем я говорю? Татарстан скоро брать будем. Краснодарский край, кстати, будем забирать. Пора расширяться. Санкт-Петербург пора потрясти. Мы лучшие. Мы лучшие из лучших. Просто начать необходимо всем действовать. Понимаете? Идем вперед. У нас самая лучшая система обучения. Верно. Самая лучшая академия. Подобного верно. Нигде никогда не было. Самый лучший наставник. Три раза аминь. Просто приходите и обучайтесь. И вот это правильные слова. И у нас есть уникальный инструмент для продвижения бизнеса. Это наш репотребляемый продукт. Все верно. Вот так должен настоящий лидер говорить. Не ныть. Больше ничего не нужно. Итак, все есть. Встречаем следующего лидера. Кстати, это лучшая ученица среди девчонок. На данный момент она делает более правильные действия. Поэтому следите за Айгуль. Почему? Потому что ее инстаграм внушает мне доверие. Она выполняет все мои инструкции. Ее ютуб внушает мне доверие. Также сейчас у нас подтянулась Надежда Ивановна, а Элита подтянулась. Правильное интервью, правильные фото. Все как учили. Все вот как в Коране, в Библии, понимаете, ни шагу влево-вправо. За этими девчонками надо наблюдать. У Николая Турышева шикарный инстаграм и ютуб, все как учат. Понимаете, мне за этих людей не стыдно, и вас научим, лишь бы вы этого захотели. Никто не денется с корабля «Успех вместе». Либо корабль потонет, и все вместе потонем, либо корабль будет плыть, и все поднимемся на пьедестал. Но мне второй вариант по душе, первый нет. Итак, Айгуль. Друзья, всем привет. Ну, вот я только что смотрю, читаю комментарии, и там пишут люди, а почему одни и те же люди выступают? Знаете, на самом деле мы будем рады, если лидеры будут выезжать вместе с нами. Сарбина, Маржан, если к нам присоединятся, мы будем только-только рады. И что я хочу сказать, что на самом деле, когда находишься рядом с наставником, когда находишься рядом с лидерами, ты начинаешь расти. И я за это турне получила такие колоссальные знания, которые меня подняли на следующий уровень. Понимаете, когда вы находитесь среди своей команды, именно там на земле, то вы немножко останавливаете свой рост. А когда вы находитесь в турне, то ваше мышление начинает расширяться, вы намного по-другому начинаете смотреть на какие-то вещи. И на самом деле, вот когда находишься в таком узком кругу, ты больше узнаешь.
И вот я очень благодарна в первую очередь себе, что я услышала когда-то Андрея Артуровича, вот, услышала себя, услышала лидеров и оказалась в этом турне. На самом деле турне дало мне очень много всего, потому что вот то, что у меня идет рост, это все благодаря тому, что наставник дает рекомендации, а я просто слышу и начинаю это делать. Причем многие секреты и фишки не рассказываются на таких обучениях. На такую аудиторию не рассказывается, поэтому нужно находиться среди успешных людей. Вот сегодня Андрей очень хорошо начал, если ты хочешь быть успешным, находись среди успешных. Если Андрей Артурович успешен в своей сфере, и его доход составляет на самом деле несколько квартир, а мы хотим, стремимся к этому, то, конечно, где мы должны находиться? Рядом с успешным человеком и брать с него полностью дублицировать его. И на самом деле нам очень повезло, потому что мы, как бы сказать, у нас есть возможность находиться сейчас здесь. Я не знаю, что будет через год, что будет там через несколько месяцев. Может быть, этот человек будет для нас недоступен, и дойти до него будет не так легко. Потому что если сегодня вы слышали новость, что с сегодняшнего дня будет убираться все люди с рейтинга, и люди должны себя как бы доказать, что они достойны быть в числе лидеров, то я представляю, что будет через год. Поэтому я вот всем лидерам хотела бы порекомендовать, раз есть турне, находитесь в турне. Если есть поездки для бриллиантов, надо находиться именно там. Потому что пустое место, как свято место пустым не бывает. Поэтому я нахожусь рядом с наставником, поэтому я нахожусь рядом с лидерами. Вот. И, конечно, я хотела бы сказать, что на самом деле, даже вот сегодня я открываю свои баллы, и у меня сегодня только произошел срез, а у меня уже ранг бриллиант закрылся. Понимаете, как круто? Хотя я нахожусь на расстоянии. Я очень благодарю всю нашу команду, команду «Успех вместе» за такой труд, потому что это очень хороший показатель, что у нас за один день 7 бриллиантов. Что будет через пару месяцев, я даже, у меня аж мурашки по коже, потому что мы растем, мы движемся вперед, и нам очень повезло, что у нас есть такой путеводитель, за которым мы идем след в след. Вот, я благодарна Андрею Артуровичу, вот, что он нас учит слышать, слушать внимательно. И на самом деле всех ждем, чтобы не были одни и те же лица, лидеры. Пожалуйста, добро пожаловать. Идея заключается в том, что Айгуль, лучшая ученица по делу, по факту, она не пропустила ни одно турне. Она не пропустила ни одну презентацию, она не пропустила ни разу тренинг, она ни разу в мыслях не позволила себе подумать, что наставник, лидер и система плохая. Она всегда в своем разуме мыслит так, что у нас лучшие розы, лучшие тюльпаны, у нас лучшее царство, лучшее государство. То есть вот ее отличие. То есть она постоянно созидательную энергию развивает. И за полдня лучшая ученица сделала летом, в июне, за полдня, не в лучший день месяца, не в лучший день месяца. Как вы знаете, половина месяца, когда проходит этот день, считается, ну вот эта неделя, одна из самых таких слабых, потому что люди делают загаз первых две недели и последние недели. Но она в самую слабую неделю сделала бриллианта за данный момент, в 12 часов был срез, за полдня. За полдня бриллианта и две структуры она выстроила самостоятельно. Вдумайтесь, как нужно трудиться, системно или не системно. И доход сегодня у Айгуль от скольки в неделю? Ну, от 8, 11, 12, разные. Ну вот, да. То есть получается... Разные номера, разные виды начислений, ну, скажем так, грубо, да, от 12 тысяч долларов. Это под
с разными видами дохода за месяц по 3 миллиона рублей. Нормально? И еще растет. И еще растет летом, а первый раз в жизни я ее увидел на тренинге в марте 2017 года. Да. То есть за год такие изменения. Что еще думать? Какие грядки, друзья? Грядки вас не сделают богатыми. Вас сделает система богатыми, система образования, команда. Ну, станьте командным игроком. Благодарю. Все, Айгуль, спасибо. Подводим итог. Подводим итог. Все четыре ученика, или четверо, так как я не стараюсь выговаривать все слова правильно, потому что я по профессии инженер, и мне не нужно быть филологом, а быть проще к людям. Они зарабатывают от миллиона, от двух и уже некоторые три ляма в месяц. Ну, ляма, такое слово, конечно, ну, сейчас не существует, но вы понимаете, да, меня, ляма. То есть это хорошие деньги, от перемены слагаемых сумма не меняется. Это важно понимать. Важно, каким ты являешься человеком. Теперь, обратите внимание, организаторы Кыргызстана, Алматы, всех городов, партнеры из других структур, которые не ходят на тренинги Академии Успех вместе, не посещают турне по городам, не пишут ролики, например, я лидер Академии Успех вместе, то этих людей вы не допускаете ни на красную дорожку, ни на тренинги, потому что Академия Успех вместе оплачивает красную дорожку, лимузины, оплачивает зал из своего кармана. И чтоб какие-то, например, одуванчики, ну, например, структура одуванчиков или структура апельсинов за наш счет пиарились, это неправильно. Кто меня понял? Поэтому все офицеры, братство, все взять под контроль и проверить. Далее. Из чатов, всех чатов командных, удалить всех людей, кто не является, первое, партнерами вашей структуры. Например, есть Сарбинас, если у нее есть Иванов, но он не является партнером ее структуры, она должна его удалить. То есть есть Сарбинас, а есть Иванова. Иванова не является структурой Сарбинас, она должна удалить Иванова. То есть мысль заключается, хватит пиарить тех людей, кто не является частью Академии Успех вместе. Пиарьте тех, кто пиарит вас. Преимущество этих учеников, которые выступили сейчас, заключается в том, что они сейчас снимают интервью в каждом городе, делают фотографии, их картинка становится лучше. Кого я сейчас рекомендую смотреть? Первое. Строго посещать Академию Успех вместе. В Академии Успех вместе только достоверная информация. Все спикеры, которые выступают в Академии, с разных городов мира, это люди проверенные. Все, что они говорят, это истина. Второе. Весь материал, домашнее задание, которое вам дают, это необходимо изучать. Инстаграм Николая Турышева идеальный. Вот картинка, я объясняю, как это делать, он это делает. Рекомендую. Мысли. Если вы будете копировать его или мой инстаграм, вы будете богаты. Все другие виды инстаграма не копируйте. Я не вижу, что они правильные. Дальше. Получается, Айгуль Газезова идеальный инстаграм, идеальный ютуб. Копируйте. Сейчас у Надежды Андреевой и Валиты Мустафаевой прекрасные ютубы. Копируйте. Также сейчас они у нас подрабатывают, значит, инстаграм. Сейчас они правильно вводят картинку, тоже потом необходимо вот эти моменты наблюдать. И последнее время я видел, что элита уже более правильно это делает. То есть не надо смотреть другое, что неправильно, это неэффективно. Забудьте про всех блогеров, инфобизнесменов, лидеров сетевых компаний. Не ходите к ним на тренинги в YouTube и не слушайте их прекрасный голос. Потому что они говорят прекрасно, но это не поможет вам, потому что это не является истиной. Наша система сегодня аргументировала, что она эффективна, и у нас самое большое количество лидеров во всей индустрии интернет-бизнеса, облачного бизнеса, классического бизнеса, сетевого бизнеса.
инфобизнесы. Так понятно? Поэтому, если мы не называем этих фамилий, и где-то появляются какие-то ролики, не слушайте, вы теряете время, просто теряете время. Лучше послушайте вот этот материал, который сейчас я вам дам. Там есть достаточно много тренингов. Вот изучите, что давать новичку. Раз, вот смотрите, вот этот материал изучите. Второе, изучите, что нужно изучить, если человек принял решение делать бизнес. То есть правильной пищей питайтесь для разума, не уходите в сторону. Это очень важно, быть фокусированным. Изучите, добавьте в чат Telegram. Там информация от наставника. Изучите полезную папку, там информация от наставника. Изучите тренинги по соцсетям. Именно так нужно трудиться в соцсетях. Изучите, как сделать мини-склад, как правильно общаться с людьми. Именно так нужно, потому что Иван Вовк именно обучен по этим стандартам. То есть Иван Вовк стал зарабатывать 4 миллиона по этим стандартам. Да, конечно, он не идеален, но он меняется. Сейчас он становится более системным в плане чего? Костюм вот берет в Алмате, вы видите там. Начинает правильно наполнять YouTube, Instagram сейчас будет менять. То есть люди рано или поздно становятся более системными, если хотят выйти на новый пьедестал. Поэтому, если вы хотите быть вице-президентом Академии, или лидером Академии, или руководителем Академии, то каждый значок будет даваться в соответствии с выполнением домашнего задания. Как вы ведете YouTube, как вы ведете Instagram, как вы ведете соцсети, сколько заметок вы делаете, сколько вы посещаете турне, презентаций. По вере вашей, да будет вам, по вашим действиям, да будет вам. Кто согласен, что это честная система поощрения лидерства? То есть ты вице-президент, потому что ты выполняешь вот какие-то рекомендации, системы, и ты вице-президент, потому что ты это выполняешь. Ты руководитель, потому что ты выполняешь меньше, и ты руководитель. Ты лидер, потому что ты еще меньше выполняешь, и ты лидер. Идея всем понятна? Будете всегда стремиться быть лучше, тогда у вас будет повышение стандартов качества. И последний еще раз совет. Чат, WhatsApp, забывайте про него. Чат WhatsApp не нужен. Там всего 250 человек. Это маленький чат, туда не добавишь больше людей, и вы будете просто в этих чатах потом тонуть. Когда у вас их появится 150, как вы их контролировать будете? Чат Telegram у нас есть. Туда добавляем всех партнеров. Там есть наставник, есть все лидеры. Все, все контролируется. Плохого ролика там никогда не будет, плохой информации там не будет. Все рекомендации там будут ясные. Поэтому все можно контролировать. Чат Telegram строго. Строго чат Telegram. Добавляйтесь. То есть мы должны двигаться в ногу со временем. Понимаете? Добавьте меня в друзья. Контакт, Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube. Это истина. То есть там, где правильное ведение бизнеса. То есть что мы рекомендуем? Мы рекомендуем, первое, делать в месяц 10 роликов YouTube. Вы заходите в YouTube, и вы видите, что эти ролики есть. Значит, это правда. Мы рекомендуем делать в неделю 5-20 заметок в соцсети по стандартам картины. И вы заходите, и вы видите картину. Что такое картина? Картина – это когда, смотрите, чтобы было понятно, личность, продукт, личность, доход. Личность, продукт, личность, доход. Личность, доход. Личность. И здесь сейчас будет доход. Я сейчас вот эту удалю, потому что я делал это на презентацию, и сюда поставлю доход. То есть это и есть правильное ведение бизнеса. То есть вам необходимо начать понимать, что такое картина, что такое стандарты системы. Почему нужно быть в Дубае или Кипр? Да потому что мы там все сделаем красивые фотографии и будем, понимаете, лидерами успех вместе будут гордиться в Ютубе, в соцсетях, в Инстаграме. На лидеров успех вместе будут хотеть похожи. Потому что у них не будет лишнего веса, потому что у них будет идеальное тело, потому что они будут правильно одеты, то есть стиль одежды, структура движения. Потому что они гибкие, понимаете, у них ничего не болит.
Они богатые, от них пахнет здоровьем, деньгами, успехом. Вот почему люди будут хотеть быть в команде. Потому что эти люди, их можно будет пощупать, увидеть в разных турне, городах. Вот так нужно, понимаете, соответствовать тому, о чем ты говоришь. Поэтому нужно начать с себя, друзья. В первую очередь с себя. Дальше. Что мы должны понять? Будут строгие правила в чатах. Мы разошлем правила чата, кто нарушил, вас удаляют навсегда. Поэтому начните изучать стандарты и рекомендации Академии. Только дисциплина может поднять ваши стандарты и ваши достижения. Не будете дисциплинированы, не будете успешными. Дальше, еще раз говорю, только телевизор может сделать вас успешным. То есть, говоришь про команду хорошо, говоришь про наставника хорошо, ты худеешь, получаешь результат, и тебя показывают и говорят, какой ты классный парень, какой ты классный парень. Зовут тебя Ирлан, потому что ты пользуешься продуктом, и ты похудел. Какой ты классный парень Монарх, ты пользуешься продуктом, и ты похудел. То есть система будет вас продвигать, ваши результаты по продукту, по доходу, потому что вы будете этому соответствовать. Поэтому начните правильно питаться, правильно пить воду, делать зарядку, выполнять все рекомендации, станьте качественной картинкой Академии «Успех вместе», дополняйте ее. И все, кто о нас говорит плохо, вы их ставьте в игнор, с ними не общайтесь и забудьте их раз навсегда. Потому что мы делаем бизнес честно, честно. И у нас все проверено временем. Как продукт в плане клинических исследований, как система обучения в плане результатов по доходу и так далее, и так далее, и так далее. Вам всем нужно выйти на связь с теми людьми, кто вас пригласил, начать изучать законы, что такое правильные шаги, как делать, что делать. Но также сегодня не забудьте сделать заказ, сделать себе мини-склады. Еще рекомендация. Значит, делаем 5-10 роликов в YouTube в месяц, 5-20 заметок в соцсетях, посещаем 7 встреч в Академии и ни одной не пропускаем. Вы системный человек, даже, Маржан, поэтому вы не имеете права пропускать. Вы системный, да, Иван? Значит, вы не имеете права пропускать. И 2 живых встречи в неделю, то есть 7 активных встреч в Академии в неделю в интернете и 2 живых в городе. Это очень важно быть системным. И все люди, о которых я сегодня говорю и показываю, именно они это и делают. Они ничего другого не делают, поэтому они успешны, поэтому их результаты намного больше, чем у других. И поэтому об этих людях мы говорим, а о ком-то не говорим. Станьте просто частью системы, станьте лучшим учеником. Мы еще не начинали. У нас все только впереди. В мире более 7 миллиардов людей, которые нуждаются в наших знаниях, в нашей доброте, в нашей порядочности, в нашей заботе, в нашей системе, в нашем продукте, в нашем бизнес-плане. Понимаете? Это очень важно. Но просто станьте последователями, станьте единомышленниками. Давайте друг друга дополнять, давайте станем частью большой системы. Потом добавить нужно всех обязательно чат информационный, это Telegram, где все следят за информацией. Быть самому в чате, в YouTube, в соцсетях, 2 живых встречи, 7 посещений презентации в Академии. И все это систематизировать. Теперь важный момент. Если у меня на канале нет речи о том, к примеру, что этот продукт кому-то нельзя, значит, этот продукт всем можно. Вся другая информация – это неправда. Так понятно? Если у меня на канале, или у Элиты Мустафаевой, или у Николая Турышева, или у других лидеров, о которых я говорю, есть рекомендации так-то, 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 как сделать мини-склад, значит, только так. Вот так вы будете большими. Поэтому я вам сейчас дам мой YouTube, где нет ссылок, подписания, насколько я благородный лидер. Я за 1,5 года в свой раскрученный YouTube ни разу не поставил ссылку на регистрацию людей. Понимаете или нет? Хотя мог бы это давно сделать. Потому что в первую очередь я думаю о вас. Вот эти тренинги вы можете спокойно изучать, потому что там нет ссылок на регистрацию. А на некоторые каналы вы какой-то ролик даете, там у людей ссылочки.
понимаете, телефон, скайп, кто меня понял, контакты. Поэтому вы думаете то, что вы даете, понимаете? И если вы зайдете на канал, да, вы увидите, что на всех роликах написано, открываешь, нету зарегистрироваться. Друзья, мы пропадаем. Нету никакой рекламы и написано. Люди, которые обучение уже зарабатывают. Обратитесь к человеку, который дал вам это видео. Понятно или нет? То есть у меня на канале в течение полтора года нет ни одной ссылки на регистрацию. Вы понимаете это или нет? Потому что я понимаю, что в первую очередь должен вам помочь. У меня и так достаточно регистрации. Поэтому смело можете это изучать, смело давать другим людям. Вы будете знать, что люди всегда будут с вами. Поэтому вам дам сейчас YouTube, Instagram, следите, изучайте, меняйте ссылки мои на свои. Что непонятно, задавайте вашим лидерам. Сарбинас, Вовк, Андреева, Турышев, Газезова, Вельц, Мустафаева и так далее. То есть вот вам ссылки, скопируйте их. Вот вам YouTube, Instagram, Facebook, Контакт, Одноклассники. Изучайте, меняйте мою фотографию на вашу, развивайте ваш личностный бренд, изучите тренинги по соцсетям. Этому я вас всегда что? Обучаю. Обучаю, вы должны это четко понять. Еще что? Вот вам, что давать новичку. Вот что вам давать партнеру. Вот вам расписание, где человек не может зарегистрироваться ни под кого, а может посмотреть встречу. Вот чат Telegram, вот полезная папка, где есть сертификат халяль, исследование и так далее. Все есть, друзья, начните изучать. Вы просто не там изучаете, поэтому вы и не богатые. Начните изучать первоисточник. Кто сегодня разработал это все? Система «Успех вместе». Кто в нее входит? Наши лидеры. Это мы разработали правильную методику. Это мы сегодня сделали большой вклад в развитие большого успеха на планете Земля. Изучайте это, и вы будете успешны. И делайте это с любовью. Понимаете? Делайте это с любовью. Любите людей такими, какие они есть. И большая просьба. Во всех других чатах, WhatsApp, Skype, не сбрасывайте чужие ролики. Только можете сбрасывать свой ролик, который вы записали. Хорошо? Чужие ролики и ссылки не надо разбрасывать. Свои записывайте. Когда вы записываете свой ролик, вы его называете, например, LF8 бросил курить, LF8 сердце, чтоб люди по тематике находили ваш ролик на вашем канале. В будущем, когда ваша картинка вырастет, я расскажу вам про платную, бесплатную рекламу, когда вы будете к этому готовы. Есть, знаете, люди, которые говорят, не давайте платную рекламу. Она не работает. Не давайте бесплатную рекламу, она не работает. Ну, например, работайте только с людьми в офисе. Это только работает. Я с этим не согласен. Или, например, работайте только по WhatsApp. Созванивайтесь по WhatsApp. Или работайте только по Telegram. Или работайте только по Skype или по телефону звоните людям. Я с этим категорически не согласен. Потому что, если вы послушаете наши тренинги, достигнуть результата можно только в одном случае, если вы подключаете все способы связи. Платная, бесплатная реклама, встречи в офисе, встречи на земле, в кафе, встреча в академии, разговор по скайпу, общение по ватсапу, промо-ролик. Уловили идею? И вы просто поймите, вот что такое платная или бесплатная реклама. 47 запросов. Но как можно ее не давать? Люди сами пишут. Доброе время. Можно подробнее, что из себя представляет этот бизнес? И мы вас научим делать бизнес, ни с кем не разговаривая часами, по скайпу, по телефону, по WhatsApp. Мы научим вас делать интригу, либо сбрасывать короткие ролики и роликами отвечать. И роликами приглашать в академию, где профессионалы им ответят.
Люди потом сами вам пишут. Сами вам пишут. Сейчас я покажу, как это происходит. Человек сам вам пишет. Здравствуйте. Это вот он. Оттуда, я говорю, пишите на WhatsApp. И я ему потом даю инструкции. Шаг один, шаг два. Мне не надо часами объяснять каждому. Если человек захочет выплыть, он выплывет. Уловили идею? Ну, то есть, если вы будете каждой бабушке 3 часа на кухне рассказывать о продукте, о бизнесе, у вас не будет времени делать бизнес. Будете учиться, научим. Не хотите учиться, учитесь у дилетантов, которые не зарабатывают миллионы, которые не стали бриллиантами, у которых нет в структурах бриллиантов, которые говорят о сетевом бизнесе, об интернет-бизнесе, о классическом бизнесе. С точки зрения теории, потому что ведь они на практике это не сделали. Понимаете? Я вас сильно люблю. Я желаю вам всем успехов и процветания. Все, что надо было сделать, я сделал. Раскрыл вам те карты, которые нужно знать. Обучайтесь у лучших и будете лучшими. Не забудьте сделать мини-склад. Мини-склад – это тот правильный заказ продукта. Это значит, вы заказываете себе главный номер влево и вправо. Вот это первый номер, это второй номер. Это не золотой треугольник, я против золотых треугольников, я против неправильного ведения бизнеса. Главный номер – это главный, вы на него заказываете один или три больших пакета каждый месяц. На первый и второй вы заказываете мини-склад. Сюда на $320 и сюда на $320. Вам достается 9 пачек продукта на $112.5 дешевле, плюс $20 экономия на доставке. То есть 9 пачек вам достается на $132.5 дешевле. На первый номер также заказали, еще сэкономили $112.5, плюс $20 на доставке. Мини-склад вам обязательно нужен, потому что вам не будет хватать продукта. И потом повторно заказывайте сюда на $300 и сюда на $300. И вам возвращаются потом баллы. А баллы формируются в ранге. И я вам дал домашнее задание, где рассказывается, вот как выполнить карьеру, что такое баллы, что такое ранги. Вам необходимо это просто сделать. Если вы начнете выполнять все, что вам говорят, то у вас продукта хватать не будет. Поэтому я надеюсь, вы четко меня сегодня услышали и наших лидеров. Вы сегодня примите правильное решение, начнете правильно позиционировать. Команда «Успех вместе», команда «Успех вместе», система «Успех вместе», наши лидеры, наша команда, наша система. Только так вы достигнете больших высот. Естественно, если вы Наталья инвалид, то вы будете делать бизнес дома, потому что вы выходить не можете. Вы будете это делать через интернет. И мы, лидеры, будем поднимать ваш бизнес. Вы будете через интернет приглашать людей, кто нуждается в продукте, в доходе. Они будут слушать наши лекции, вы будете получать деньги за наше обучение, потому что люди будут, которые вы приглашаете, своих людей, они будут брать покупки, будут делать бизнес, а вы будете получать проценты. С вами была на связи лучшая команда в индустрии «Успех вместе». Ваш лучший друг Андрей Шаура, я вас всех люблю, крепко обнимаю. Давайте сделаем июнь еще жарче, лето многогранным и осень и зиму волшебной. С любовью, ваш друг. Ура!